Всем привет! Вы находитесь на канале Экомаркета и с вами его шеф-повар Аха. Сегодня я приготовлю говяжьи котлетки, обернутые в жареный баклажан и запеченные в духовке в томатном соусе. И вот те ингредиенты, которые нам потребуются. Начнем мы с фарша. У меня здесь фарш из говядины прямиком из Экомаркета. В первую очередь мы добавим немного соли, черный перец, красный чили перец и хмели сунели, но это так, по вкусу. Далее немного панировочных сухарей и яичко. Тщательно все перемешиваем и отбиваем воздух таким вот образом. Все, убираем фарш в сторонку, займемся баклажаном. Баклажан нарезаем на вот такие тоненькие полоски и обжариваем на растительном или оливковом масле. Пока баклажаны остывают, займемся котлетками. Формирую я их таким образом. Смазываю руки небольшим количеством масла и формирую колобок. Отбиваю параллельно воздух. Затем формирую вот такую вот шайбочку. Готово. На той же сковородке обжариваем наши котлеты. Осталось доделать нашу заправку. В основе идет томатная паста и немного воды. Начинаем собирать наше блюдо. Таким образом мы выкладываем баклажан. Сверху котлетку, заворачиваем, переворачиваем и добавляем украшения. Заливаем нашей томатной основой и отправляем доходить в духовку минут на 10. Наши котлетки готовы. Пока оператор снимал предыдущие кадры, я уже съел одну котлетку, и знаете, это очень вкусно. Можно было бы еще добавить лука, натертого на терке, в фарш, но это не обязательно, в принципе. Получилось действительно очень вкусно. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. А я пошел есть.